Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня приехал в район Каркыджак на один люкс проект. Это у нас вилла. Тут 3,5 этажа, 5 плюс 1. Шестикомнатная. Расстояние от этой виллы до моря 1500 метров максимум. Отмерял по карте Google. До воды. Здесь у нас дорожка. Спускаемся на главную дорогу. Асфальтированная, и она прямо идет к морю. Там у нас магазины, тут рядом тоже есть маленький супермаркет, где вот там впереди супермаркет. Люкс шпик-пу-пик вилла. Это у нас открытый бассейн, тут будет джакузи. Территория общая 515 квадратных метров. Жилая площадь в этой вилле, мне сказали 475 квадратных метров, но, скажем, 420 от стены до стены, чистовая. Так, вот вид на горы. Вид на меня. Дорогие зрители, конфетка, вилла. Скажу сразу цену. 999 тысяч евро. Короче, миллион долларов. Скидочка есть. Если обратите ко мне, я вам сделаю, поговорю. Хозяин тоже друзья, кто строит. Идемте дальше, я вам показываю. Тут есть еще 2 секретных комнаты. 2 секретные комнаты. Сейчас, стойте, ждите. Так как проект на высоте, у вас вид никогда не закроется, потому что Каркыджаке разрешают строить только 5-этажные проекты и виллы максимум 3,5 этажа. Выше никто не может построить. Большая вилла для большой семьи. Вот фасад здания почти готов. Тут так закроют, здесь будут шезлонги, зонтики. Это у нас спальня. Использованы качественные стройматериалы, вот термопакет, окна, двери, все, шик-пык, никакого шума, изоляция очень хорошая. Это у нас спальня вот такая, большущая. Тут будут интересные двери, вот как треугольник открывается, вот так, нестандартные двери, скажем. Как его показать? Это просто примерочно сделали. Вот так нажимаешь, он открывается. Короче, понял. Здесь у нас на данный момент находится лифт. Они его закрыли. Откроют, когда получат разрешение на лифт от мэрии Алания. Здесь у нас секретная комната. Его закроют как-то. Можно спрятаться туда. О, какое огромное. И в эту сторону, и в ту сторону. Интересное местечко. Здесь шкаф. Так, выходим на балкон этой стороны. Вот вид с балкона. Тут маленький садик будет. Деревья посадите. Тут еще есть кладовочка. Депо длинное тут же. Проект этот будет готов где-то через 2-4 месяца между ними. Но летом будет готово. О, какой красивый санузел. Видите, да, как красиво камешки, а не мозаик использовали. Фирма Витра. Сказали, Люкс, вода пойдет. Нет, хорошо, что воды нет. Проверяю качество на 1 000 000 евро. Посмотрим, сломается, не сломается. Нет, не ломается. Все хорошо. Даже пластмасса на это металл. Показываю вам детально все.
Все работает. Хром. Шлиф тоже пошел. Стопоры есть. Форточку не забыли. Молодцы, ребята. Хорошо строят. Здесь жилая площадь, я думаю, что есть где-то 35 квадратных метров. Это, скажем, 14, 12 и там 25-30. Идемте дальше. Тут лифт. Красивый лифт, который я не увидел. Прихожая верхнего этажа. Тут дядька, он всегда здесь будет стоять. Лично радио. Смотрите, дорогие зрители. Здесь вот есть такая вот секретная комната. Ку-ку. Там. Тоже. Ну, что-то там, кого-то спрятать. Прятки поиграть. Ты еще кюляк. А здесь также выход на ту же террасу. Красота. Сюда, наверное, они поставят бордюр. Так, автоматически включается освещение. Вот какая высота потолков. Угу. Теперь это у нас вторая спальня. Реально, стройматериалы качественные. Угу. Лазерный измеритель забыл в машине, а то измерил бы. Что такое? Маленький французский балкон на этой стороне у нас. Вид на крепость Алания, на горы, на море. Ну, а вид на... Вид на миллион. Снова показываю вид. Вот еще один балкон. В ту сторону показываю. Здесь две виллы. Это продано. Осталось вот это. Звоните. После моего ролика многие квартирки, виллы продаются. Ах, красота. Угу. Второй санузел тоже не маленький. Металлический хром фирма. Крохи, нет, крохи. Не знаю, сейчас вода то пойдет. Это, да, понятно. Туда стоишь и там идет вниз все. Здесь так направо. Две спальни. Здесь еще один санузел. Тоже не маленький. Душевые кабинки просторно для больших людей. Форточку тоже не забыли. Ага. Еще или гостевая комната можно сделать, гостиная, не знаю, спальня. Она тоже большая, большущая. Не знаю, как она открывается. Также выход отсюда. Также есть роль ставни. Автоматически. Здесь открытая парковка. Это у нас, значит, раз, два, три, четвертая спальня.
Это спальня, которая тоже не маленькая. Где-то минимум 14 квадратных метров. Живых. Откроем. Теперь идемте вниз. У нас тут есть сауна, хамам на нижнем этаже. Кухня. Так. Здесь у нас санузел. Еще один. Сколько санузлов. Можно жить в санузлах, не выходить, читать газету с утра до вечера здесь. Или в интернете там фильм смотреть там. Здесь у нас, ух, что за это, ключи такие, о, сейфовые. Понятно. И вход. Вот такие двери, блок А. Сюда шкафчик установят они, встроенный. Так. Здесь кухня. Ох, какие... Так. Тамам. Вот такая вот система. А, это лесенки. Так, поднимаете вот наверх, открываете и забираете. Молодцы. Закрываем. Извиняюсь. Ага, его пока не установили до конца. Так. Люблю ломать все. Так. Все с доводчиками. У нас мойка. Вот система, видите? Ага, сюда устанавливается газовая плита или индукционная. И вот так закрывается. Здесь будет вытяжка сверху. И островок вот такой. Трансформер. Здесь у нас гостевая комната. Гостиная. Отсюда прямо шик, в бассейн прыгаете. Там джакузи, пуп-пук. Все хорошо, все прекрасно. Вот фасад этой виллы. Еще один этаж остался. Спускаемся вниз. Burada açık otopark hangi tarafta olacak? Var mı otopark arabayı? Otopark şu giriş kısmında hemen. Oradan yine aşağısı. Мастера работают. Вот здесь есть открытая для машин парковка. И? Капали автопарк olacak. Üst kapalı olacak. А, здесь будет крытая парковка. Закроют. Понятно. Я сейчас спущусь вниз. Güzel, güzel, çok güzel. Все, не продаю сам. На 100 лет возьму в ипотеку. Так, сломали стекло. Починить надо это стекло. Спустимся вниз. Здесь у нас санузел, значит, стиральная машинка, сушилка. А тут что? Просто. Так. Так. Здесь... Что? Здесь тоже кухня. Отдельная. Угу. Вот здесь садик, кажется, будет. Зона барбекю, беседка. Там крытая парковка. Тут сервер. Ноутбук я заберу с собой. Так. Хам-хам, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-рай, ра-ра-рай, ри-ри-ри, хамам. Там-та-дам-та-дам-та-дам. Это что, золотой потолочек. Ой, даже телефон захотел здесь остаться. Так. Да.
Лежишь, массаж. Прекрасно. Так, вот дерево. Тут у нас сауна. Хорошо сделано, все прекрасно. Ох, как хорошо пахнет деревом. Ну, вид на горы. Может море увидеть отсюда, машина закрыла вид. О, это сюрприз, это я еще не видел, что-то головой не стукнулся. Оказывается, здесь будет у вас джакузи собственное. Сейчас бур-бур-бур. Ага. Ох, какой будет здесь шпекс. Шампанский, там вино, еще электрический камин тут. Голову сюда ставите. Что еще нужно вам? Алания — это филиал рая на земле, а это рай в рае. Уже что мне сказать? Не знаю. Бульбулькает. И здесь будет крытая парковка для машины. Здесь, наверное, гараж, что-то туда, котельная, мотельная, что-то здесь сюда. Теплые полы, сейчас узнаю. Ну, здесь все установят, это бойлер, молер, все то, что нужно для хамама, сауны, всю эту систему, сантехнику туда установят. Теплые полы есть в санузлах, в хамаме, как мне сказали. В салонах они не установили теплые полы, потому что сказали, у нас вилла теплая. Угу. Миллионы евро. Все уже у меня в кармане. Так. Покупаем виллу. Звоним. Ждать вас звонка. Плюс 90 555 064 91 10. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Каркачак. Всем пока-пока.